Давай же крышку оденем, чтобы красивее было. Да, доброго времени суток. Вот по ходу рабочих моментов пришлось сделать такую командировочку к моему коллеге, с которым мы сотрудничаем в плане производства технического оборудования для производства грибов и не только грибов, упаковки пищевых продуктов, упаковки других материалов, ну и всего того, что необходимо в технических производствах. То есть, как это называется, торг, короче, машины, вот разные технические средства. Вот здесь представлен в таком незаконченном еще виде, это напольный запайщик. В дальнейшем он будет, вот здесь будет педаль и ну такой стационарный, имеется в виду, запайщик. С других вариантов, которые есть там переносные, то здесь уже такой стационарный. Как видите, здесь рассчитан он на такую ширину, это для запайки приблизительно как мешок под капусту, я так понимаю. Для чего это вообще заказ сделан? Это 700-й запайщик, пакетоделатель для производства пакетов и запайки готовой продукции. Длина шва до 700 миллиметров. А для чего используется, ну, что будут упаковывать? Ну, я знаю, такой ширины, например, делают мешки для, вот, вкладываются в бочки для капусты, там, например, полиэтилена. Что еще можно там использовать? Пакеты для цемента можно делать. А, ну, в принципе, да. Здесь будет два нагревательных инструмента. Первый — струна, второй — шина, плоский шов. Еще струна будет обрезать или струна... Струна сваривает и обрезает. Сваривает и обрезает. А, ну да, да, да. А другой будет запаивать. Просто. Другой запаивает, как дно пакета запаивает. И будет механический резак, который будет отрезать готовый пакет. Угу. И механический резак, который будет отрезать. Относительно такой возникает вопрос, а вот эти варианты, вот этой волнообразной обрезки вот мешков, ну, стандартные, как, вот как мука там и все такое... Волнообразные, зубчиками, да, да, да. Делаем тоже такие аппараты. То есть может быть и такой вариант, когда волнообразная обрезка. То есть этот аппарат будет 3 в 1. Струна обрезает и запаивает, потом делается широкий шов спайки, и здесь будет еще механический резак, которым можно... можно просто отрезать те мешки, которые там, или что мы тут будем изготавливать. Ну, тут много чего можно делать. Даже какие-то брикеты под сами подгребные блоки при такой ширине. Много чего можно спаять просто при такой ширине. Вот такое обзорное видео. Но пока материал не закончен. Ну, в любом случае, где-то сохраните это видео себе в плейлистах. И внизу под видео есть телефоны, по которым можно сделать заказ любых агрегатов, которые вам необходимы. Все любые, самые даже сложные, фантастические идеи, которые приходят в голову при необходимости организации рабочих моментов, технических каких-то мероприятий в производстве, можете звонить и уточнять, насколько это возможно, вот это все изготовить, а возможно все. Или почти что все. Оборудование для спайки термопластичных материалов можем произвести практически любое. Да,